Как не обижаться на оскорбления? Совет от Омара Хайяма. Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену, разодетый по последней моде юноша в шелковых шароварах, спросил Хайяма: «Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно?» Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: «Идем со мной». Юноша последовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Он бросил его юноше и сказал: «Примерь, это тебе подстать». Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: «Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот ты, наверное, спятил». И бросил халат обратно. «Вот видишь, — сказал Хайям, — ты не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. Обижаться на оскорбления, звучащие в твой адрес, все равно, что соглашаться примерять лохмотья, которые нам швыряют. Всегда помни, человек, который оскорбляет, просто хочет скрыть, что его жизнь не удалась. И если вы не ответили на оскорбление оскорблением, знайте, вы победили».